Згодом журналісти мали змогу поспілкуватися із Олександром Толкачем, дізнавалися, чому обраний був для реконструкції саме басейн, а також які ще заходи компанія ДТЕК планує здійснити для підтримки та покращення соціальної сфери у місті Бурштині. Мы поняли, что бассейн находится в тяжелом состоянии, и, естественно, поскольку этот объект изначально имел к нам отношение, мы решили, что прежде чем отдать его городу, мы обязаны отремонтировать его и привести его в такой вид, чтобы жителям было приятно им пользоваться. Потому что, ну, вы тоже поймите, большинство жителей города связано с Бурштинской ТЭС. Если им будет здесь некомфортно жить, то кто будет работать на ТЭС? ДТЕК известен тем, что мы развиваем комплексные программы социальной ответственности в городах нашего присутствия. Так что то, что происходит сегодня, только начало.